Тверская область станет первым регионом после столиц, по которому Ника Ганич создаст ресторанный гид. Об этом столичная телеведущая объявила на пресс-конференции. Она особо отметила, что при отборе заведения общепита постарается быть максимально беспристрастной. И за деньги место в этом издании купить ни у кого не получится. Ника Ганич уже издала 4 путеводителя по кафе и ресторанам. 2 из них посвящены Латвии и Эстонии, вторая пара – Москве и Петербургу. Таким образом, первым регионом после столиц, про который напечатают гастрономический гид, станет именно Тверская область. Ее столичная телеведущая изъездила вдоль и поперек вместе со своими друзьями. Мы поняли, что здесь огромный потенциал, что впереди у нас другая реальность жизни, и мы с радостью обратили внимание на клуб страны и на этот прекрасный регион с гигантским потенциалом. Историческим, культурным, гастрономическим, туристическим. Здесь просто кладезь. Работа над путеводителем «География на вкус. Тверь» ведется при поддержке регионального министерства туризма, областной ассоциации туризма и представительства Федерации рестораторов и ательеров столицы Верхневолжья. Для гостей регионов путеводители будут отмечены места, где подают вкусные завтраки, а также отобраны десятки лучших десертов в Твери и области. Команда, работающая над гастрогидом, уже посетила более 30 мест и отобрала 35 оригинальных рецептов в городах Верхневолжья. Нам приятно, что мы начали эту работу именно с малых городов Тверской области. И коллеги объехали уже в течение 2 недель все наши районы. Отсняли большое количество материала. В первую очередь в поле зрения команды Ники Ганич попадают те заведения общепита, где на столы подают традиционные тверские блюда, например, те же пожарские котлеты. Если же кушанье представляет кухню другого региона или страны, то оно должно быть приготовлено из местных продуктов, как, например, те же улитки по-бургундски, от которых столичная телеведущая пришла в полный восторг, посетив Калязинский район. Это большой труд, потому что у нас привыкли поклоняться зарубежным образцам, и как-то мы всегда забываем о том, что у нас есть своего. Гастрономический гид по Тверской области должен увидеть свет весной будущего года. При этом его авторы особенно отмечают, попасть на страницы издания за деньги невозможно. Учитываться будут только кулинарные достоинства, а также уровень сервиса заведения общепита. Будь то ресторан на центральной улице Твери или небольшая харчевня где-нибудь под Анриаполем.